принц поцеловал принцессу. Вот и сказки конец, Трутро. Теперь тебе пора спать. Посиди со мной чуть-чуть, папа, пожалуйста. Что случилось, Трутро? Тебе не нравится в кроватке? Нет, мне не нравится быть одному. Ты не один. Тедди же спит с тобой. Но мне страшно. И Тедди не поможет. Горячие ноги, а папа вечно храпит, но все равно здесь лучше. О нет, Тро-Тро пришел. И он занял всю кровать. О нет, он опять здесь. Так мы не выспимся. Тро-Тро уже большой и должен спать в своей кроватке. Папа, мама, где вы? О! Эй, вы! Это же моя кроватка! Как же мы хорошо выспались! Ну-ка, уходите отсюда! И они жили долго и счастливо. Это конец сказки, Трутро. Тебе пора засыпать. Так чего же ты ждешь? Ты что, опять хочешь в мою кроватку? Добрых снов, Трутро. Спокойной ночи. Спокойной ночи.